Чтобы войти в аккаунт 1xbet, откройте сайт или приложение на телефон. Затем кликните на кнопку «Войти». Здесь вы можете указать почту, ID или логин. После чего вводится пароль, и по нажатию на кнопку «Войти» вы авторизуетесь. У меня включена двухфакторная авторизация, поэтому я ввожу секретный пароль. После чего нужно подтвердить пароль, и вы можете делать ставки в 1xbet. Подписывайтесь на канал и получайте больше инструкций по приложению и сайту букмекера.